Раз ступенька, два ступенька, три – открытый перелом или закрытый. Чтобы найти в карельской столице безопасную лестницу, придется изрядно потрудиться. Зато аварийных и полуаварийных сколько угодно, только под ноги посматривай. Вот, к примеру, ступеньки у кинотеатра «Калевала». Практически городской центр. Летом прохожие здесь спотыкаются, зимой скользят. Лестница превращается в ледяную горку. Круглый год сплошная опасность. Это какой-то ужас. Надо что-то с этим делать. Потому что и дети поднимаются, падают. Сами понимаете. А вообще часто там встречаются такие вот лестницы в городе? Практически везде. Ну и они практически все одинаково выглядят. С той стороны такая же абсолютная ситуация. Полное нарушение технологии. Народ не делает свою работу правильно и все. А это знаменитый подземный переход между улицами Гоголя и Фрунзе. Днем здесь ходить страшновато, а вечером и вовсе опасно. И не только благодаря нехорошей репутации, которой пользуется этот путепровод. Аварийная лестница может нанести пешеходу травму не хуже любого хулигана. В рейтинге самых опасных столичных лестниц этот элемент городской инфраструктуры занимает одно из первых мест. Разбитые ступеньки не раз обещали привести в порядок. Однако ВОЗ и ныне там. Другой пример – лестница в парке 50-летия пионерской организации. Такое ощущение, что здесь прошел танк. Чиновники администрации, в общем-то, согласны, что так жить нельзя. И даже уверяют, что проблема будет обязательно решена. Но не в этом году. Поэтому горожанам придется запастись терпением и быть повнимательнее. Неосторожность – прямая дорога в травмпункт. Вот такими мы увидели городские лестницы сегодня. А если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе.